Всем привет, мои дорогие! Сегодня хочу показать покупки для дома, а именно хочу показать свой заказ посуды из интернет-магазина profposuda.ru. Я тут взяла товарную накладную, буду в нее подсматривать и также буду озвучивать вам цены. Первое, что я заказала в этом магазине, это была ваза для цветов. Посмотрите, как она круто выполнена. Я не люблю именно вазы, чтобы были какие-то пестрые, с рисунками, со стразами. Мне нравится именно вот такой обычный вариант. Стоимость этой вазы 177 рублей. Это турецкая фирма Пашабахче, и они достаточно известные. У них много реально вот таких вот ваз. У меня она идет полукругом, достаточно тонкое стекло, но в меру. И знаете, я когда заказывала онлайн, я очень переживала, что эта ваза придет ко мне разбитой или с ней случится еще какой-нибудь, да, неприятный случай. Но магазин все так хорошо упаковал, все позиции были упакованы невероятно круто, и все ко мне пришло в целости и сохранности. Это я вам к тому, что если вы планируете заказать посуду онлайн, но по каким-то причинам переживаете, что разобьется в пересылке, то вот профпосуда, они прям действительно очень хорошо подходят именно к упаковке, поэтому могу вам точно смело рекомендовать. Вот такая ваза, я довольна, уже в этой вазе у меня стоял букет, смотрится очень-очень классно. Также я заказала себе масленку, и вы не поверите, у меня не было масленки. Выбрала я вот такую вот масленку, она достаточно дорогая, сразу скажу. На мой взгляд, стоит она 905 рублей. Но это фирма АПС, это один из самых крупных производителей товаров для дома. И эта компания основана, если я не ошибаюсь, в 1933 году. У них есть диспенсеры для сока, крышки, этажерки, корзины для хлеба, щипцы. Ну, вот вообще очень-очень много всего. И на сайте профпосуда это все есть. И я вам сейчас покажу, как выглядит эта масленка. Она оказалась небольшой, поэтому я рекомендую перед заказом обязательно ознакомиться со всеми характеристиками товара. Хорошо, что на сайте все это указывается. Покажу вам поближе. Очень она качественная, мне она понравилась. Вот, смотрите, как она выполнена. Нигде нет никаких дефектов, что немаловажно. И, соответственно, крышечка. А на столе, мне кажется, будет смотреться очень симпатично. Подойдет она и для ежедневного использования, и, например, для сервировки праздничного стола. Тоже будет в тему. Плюс здесь можно не только масло подавать в такой посуде, но, например, мне кажется, для красной икры подойдет. Да, для чего-то такого небольшого. Ну, будет здорово. В общем, я довольна. Но, повторюсь, цена, на мой взгляд, не самая бюджетная. Но здесь, конечно, вы платите за качество. А дальше, что было в моем заказе, это была вот такая вот минажница. Она бюджетная. Стоит она 221 рубль. Это фарфор. Использовать такую минажницу можно для специй, для соусов. Например, можно орешки здесь разместить, маслины. И для сервировки стола будет тоже очень-очень здорово. Мне такой вещицы не хватало, и я ее в основном использую для соусов. Вот такая вот она. Здесь очень удачный размер, как по мне. И тоже посмотрите, как все здорово выполнено. Нет никаких дефектов, никакого брака. Магазину прям за это, ну, респект. Следующее, что было в моем заказе, эта вещица тоже достаточно бюджетная, стоит она совсем недорого, и это очень нужная вещь. Это не что иное, как салфетница. Салфетница у меня от бренда Feng Hua. Стоимость ее 162 рубля. И покажу вам также ее поближе. Кстати, на сайте есть разные варианты, но мне очень понравилась именно такая салфетница. Мне кажется, смотрится она очень стильно и необычно. Вот так вот она выполнена.
Ну, очень здорово подойдет также для сервировки стола. Поставить сюда салфеточки и будет смотреться очень-очень классно. И также я заказала на сайте профпосуда кружки, самые обычные кружки, вот такие прозрачные. Здесь вся фишка в ручке, как мне кажется. Ну, смотрится стильно. Вот я люблю именно такие вещи, не аляпистые, простые. Что мне понравилось, так это качество исполнения. Здесь не тонкое стекло, но и не толстое. Кружка не выглядит какой-то грубой, неотесанной. Она вот такая изящная, очень даже симпатичная. 320 миллилитров. Это у нас кружечка по цене 78 рублей. И я заказала таких 6 штук. Но я очень люблю и чай, и кофе, и все мои домочадцы тоже любят. Поэтому кружки у нас всегда в ходу. Захотелось вот что-то такое обновить. Вот она, вторая кружечка. Ну, уже все 6 штук я вам показывать не буду. Думаю, вы поняли. Очень здорово. И цена, конечно, вот прям крайне бюджетная. Там есть кружки и еще по более низкой цене. Есть, конечно же, дорогие. Тут уже смотрите сами, что вам больше нравится. Но выбор действительно очень-очень большой. Вот такой заказ у меня был. Он был небольшой, но очень приятный. Все самое нужное, самое необходимое. Всем осталось довольна. И напишите, пожалуйста, в комментариях, заказываете ли вы товары для дома именно онлайн, через интернет. Поделитесь своим опытом, буду рада пообщаться. И подписывайтесь на мой канал, будем с вами дружить. И, конечно же, увидимся в следующем ролике. Большое спасибо за внимание. Пока-пока!